Поехали. Нас даже никто не вылетел, ничего себе. Бегу, бегу под заброс. Заебись, блядь, я вылетел. Ну, играйте. У нас все равно задача проиграть, что ты паришься. Ну, играйте. Да ебать, хоть сказали, какая задача. Походу нет. Поп рвет. Хорош. Да, блядь, дичь какая-то вообще произошла с привязкой. Вот это дичь с выносом. На Давида целился, он в последний момент сам куда-то свернул. Хуя. Вот тебе и весь Серега, такие моменты засирают. Задачу проиграть потом. Давай. То ж чё так? Да блять! Ты чё там делаешь, пу? Да я из углового там упал. О, еще из углового. Давай надо сейчас, я буду набегать. Да, ворота. Как вы собираетесь проиграть, если их до наших ворот не пускаете? Это дилемма. Да не, сейчас один лонгшот. Олег, тебе главное в сторону будет уйти. Я пытался, но там бот выбил. Закрываем. Давид, ЦЗ закрывай. Бля, пух, ты из баскетбола что ли вышел? Хорош. Хорош. Знаешь, что, пух, можно сделать, даже если выигрываешь кубок? Mm-hmm. Продолжаешь матч, mm-hmm. и когда начинается доп... до премии же только при ничьих, да, блин? Надо. Пипец. То есть вообще, если выиграл, то тут без вариантов, да? Надо. А если выйти раньше нельзя, они тогда скажут, вы вышли из матча. Надо. А то бы так на 89-й ливнуть, когда уже все понятно. Сука, дилемма. А с кем у нас следующий спорт? Не, ну если счет будет 3-0, то можно выходить. Ловерсами игра, да. Да? Они, кстати, ни одной игры еще, даже ничего не сыграли. Но он будет первый. Первая победа. Да. Я уходил. А, влево, 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 смотри там. Кто там у нас слева сейчас играет? Лево это где? Бот там слева играет. А, там был. Ты маленького без стрелочки не заметил. Бля, куда его несет игрока? Я ебал. Что за привязка? Да, все убежали там вниз. Было ясно, что навес был. Так он у меня побежал, смотри куда. Сам. Ну правильно, ты его должен был держать.
Так, в центре там пух. Я должен был за игроком ушел, кто забегал за мяч. Что там бот его не держал. Кто там? Так, ну вот он, будем считать это подмышкой, осталось в очко и пенальти. Бля, чем вот так низко? Защита стоит? Нет, обычно. Да что за дерьмо? Ну хуй знает, вот что это? Стоит низко-низко, потом выдергивается. Это бот. Бить будут. Какой-нибудь такой коридор там освободился. Все, последний остался. Все, можно привозить пенку по расписанию. Да. Чужая проебывать. Не, ну задача ж была проебать. Я даже не напрягаюсь. Ты же видишь, я даже вам ничего не говорю. Я просто молча сижу, смотрю футбол. Какие-то ребята бегают. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Нормально, пока идем. Все по плану. Все по плану. Сейчас пенка осталась от тебя, и все, в принципе, 0-3 нормально. Изи, блин, у меня же какая-то оценка-то будет, у меня сейчас 5-6. Зато нормально выбрал, пока сконнектился. Это стоит того. Чтоб на 12 не сидеть. Ну, сейчас бы еще вот это ради 4 звезд еще вот это надрываться. Тем более административного ресурса у нас больше нет. Нас с ними ничего не связывает. Да как бы, я так скажу, что я и раньше его особо не чувствовал. А, не, он мне пароль восстановить помог, вот точно. Они даже не идут мяч забирать, что за это? Так а он им зачем? Он нам нужен. Типа.
Но нам он тоже не нужен. А знаешь, как в фильме в какой-то пародии было, там, где два боксера, типа, ну, одному заказали, типа, чтобы он проиграл, а второму заказали, чтобы он проиграл. Они там 15 раундов, типа, стояли, танцевали без одного удара. Бей в кость. Чего? Бей в кость называется. Да? Я не помню. Два друга, которые вышли на ринг. Ну, сейчас... Да, да не, это какая-то старая комедия, ты еще слышишь Ленильсона. Я думал, сейчас... Да, старый фильм. Давид сейчас забьет и испортит всю эту схему. Хорош бот. А боту не объяснили, что мы проигрываем? Да куда тянет-то так, это пизда. Хорош. Да-да-да, жесть, обратно, ребят. Это было вообще... Обычный пас вниз. Штрафной надо катиться, рано подкатиться. Угу. Симус учить. Надо как бот бежать за ним до самой штрафной, как только он заходит в штрафную, лететь... На границе прям, на миллиметре. Оп, оп, ничего себе, там Диман, блядь, бот Димана не объяснили, что ли? Олег, тебе. Я пытался забить. Оп, хорош. А, офсайд. Офсайд, нормально, Серега, все по плану. Красавчик. Блин, ну что камера меняется? Третий нужен. Только красиво как-то. Сейчас организуем. Я в полете челюсть задену. Бля, вы что, реально проебываете, что ли? А ты что, напрягаешься? Да, Диман, по-моему, вообще самый расслабленный игрок. Расслабление, так скажем. Дай бог, чтобы Ваня не слышал это, блядь. После Давида, конечно. Не, ну не фостар напрягаться. В РЛПК, конечно, надо напрячься. Но еще сейчас фолловера не хватало. Ну блин, забросьте. Проиграть. А тут-то пофиг вообще. У них ни одного. Ни одного паса не пришло. Ни одного очка нет. Эх, это Олег, был твой шанс. Да они даже мяч не идут отнимать, вообще неинтересно. Я тут уже финчу, не минчу, они вообще не идут ко мне. Да на меня, тварь, это. На тебя был бы. Больно. По боту играем. По этому сумасшедшему боту. Ну вот угловой на ровном месте. Ну ведь что творить? Так, погоди, давай на дальнюю. Уйди, уйди оттуда, Серег. Да я подам. Ну что ты творишь? Дали бы мне подать. Хорош, Миш. Кат, ёп, ну... Зла на вас не хватает. Не, ну у тебя тоже большую разницу голов. Клепать. Да пофигу вообще, это фастар. Тут какие-то непонятные поинты дают, которые не потом не пришей кобыли хвост вообще. Ну, во-первых, это деньги, которые можно выводить. Во-вторых, нахрена мы тогда платили взносы, в-третьих, зачем тогда бороться за призы? Их можно выводить? Ну да. Нифига себе, у меня 1500 на счету, это сколько? 1500. 3000 рублей. Нормально, а чё я не знал об этой фигне. Так, а ну-ка собрались, стрелки. За 8 минут 3 давай, Давид.
На, я хотел, уже хотел сказать, первый пошел. Я же не знал, чего вы сразу не сказали? Я думал, это какие-то очки, которые там никуда не пришьешь. Гриш, на фланг забирай. Мне надо вывести тогда, нафиг они не нужны. А как их выводить? Там кнопочек, вроде нет ничего. Нет, надо писать письмо. На админа. Админам писать, да, надо? Ну, кай. Да, блядь. А, фри-центр давить дальнюю. Задача пустить пенальти, а не собирать. Сейчас что-то будет. Да, блядь. Пенка нужна. С игры мы не договаривались три пускать, только два. Где, блин, прокурор вообще? Какое-нибудь восстание на болотное очередное подавляет. Ура, закончилось. Нормально, задача, конечно, не выполнена, но